Привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале Технобар Плюс. Сегодня вот такая вот яркая у нас лотерея под названием «Радиоволна». Напомню, что в данной лотерее можно сыграть в две игры. В первой игре мы ищем буквы, из которых складываем слово «рекорд». Будет по каждой букве вот здесь в игре номер 2. Самая, по-моему, редкая буква – это буква «К». Остальные собрать можно. То есть несколько билетов. Слово «рекорд» собираем с букв и все, выиграем 10 тысяч рублей. Уже хорошо. Помимо всего, в первой игре мы можем выиграть такие призы, как 100 рублей, 200 рублей, 1000 рублей. Маленькие, конечно, призы, но тем не менее, вероятность, я не знаю какая, маленькая сетка призовая. 50% тут призовой фонд выручки проведения лотереи. 50 тысяч можно выиграть за 3 магнитофончика, пол ляма за 3 динамика, за 3 гитары 5 миллионов. Давайте будем начинать, друзья, не томить, как говорится. И, собственно, обязательно подпишитесь на канал Технобар Плюс, прожмите лайк данному видео и смотрите видео на канале Технобар Плюс с применением VPN-сервиса. Это очень помогает каналу. Друзья, один магнитофончик есть уже, видите, да? Так, и наушники все портят с кассеткой. Ничего не выигрываем, но посмотрим, возможно, редкая буква попадется. Так, буква R. Ну, R это не редкая буква, видите, да? Но, тем не менее, в коллекцию. Как-то так, друзья, сегодня билет без выигрыша, но все-таки букву одну положили. Это как бы наподобие лотереи «Магия звезд». Тоже собираешь, тут там надо собирать тандемы из трех знаков зодиака, а здесь из букв слова «рекорд». Вот как-то так. Друзья, обязательно подпишитесь на канал Технобар Плюс, нажмите лайк под данным видео и напишите свой комментарий под данным видосиком. В какие лотереи еще можно сыграть, в какие лотереи вам нравятся, в какие лотереи вы выигрывали. Очень интересно было бы подискутировать на эту тему в комментариях с вами, друзья. Всех уважаю, всем желаю удачи, всех обнял.